Возьмите, вот видите, где женщина взяла именно это. Я вам принесу. Кофе, дары северных лесов, рыба, сухофрукты, специи. Большой ассортимент деликатесов представлен на ярмарке «Приятного аппетита». Отечественные и зарубежные производители продуктов питания привезли к нам свою лучшую продукцию. Выставка очень интересная, она необычная. Недаром она называется «Приятного аппетита», потому что здесь много представлено новых товаров со всех уголков России. И я думаю, что все будут приятно удивлены. Богатый выбор разных сортов меда и продуктов пчеловодства. Вадим приехал из Санкт-Петербурга. Пчеловодческая история началась 15 лет назад, когда он отказался от сахара и заинтересовался изготовлением меда. Мы первый раз сегодня в Одинцово. Расскажем в конце ярмарки, насколько нам нравится сюда приезжать. Так народ, конечно, приветливый, добрый. Это, конечно, радует. Мы, конечно, всех приглашаем попробовать и нашу продукцию. Это продукция Ленинградской области. Пчелы ленинградские, культурные, практически петербургские. Меда у нас есть. Иван-чай – это настоящий царский мед. Раньше к царскому столу Иван-чай подносили. Мы привезли своих пчелок сюда. Непосредственно кто носил, потому что важность всегда в меде не цена, а настоящесть, да, что действительно от производителя из первых рук идет. Выставка «Приятного аппетита» работает до 21 ноября в выставочном зале на улице Маршала Неделина 2. Успейте посетить. А пока организаторы готовятся удивить посетителей новой ярмаркой. Покупайте отечественное в конце ноября. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцово».